В четверг в Твери выявлено 73 новых случая инфицирования COVID-19. Поэтому, как никогда, гражданам и бизнесу нужно с особым вниманием относиться к рекомендованным мерам безопасности. Но, как показала практика, во многих магазинах Твери противоэпидемические меры оставляют желать лучшего. Это выявилось в ходе рейда Роспотребнадзора. Его цель – выявить нарушения и помочь рекомендациями сотрудникам проверяемых предприятий их в дальнейшем предотвратить. О том, какие проводятся мероприятия, в нашем сюжете. Магазины – одно из самых посещаемых публичных мест. Риск подхватить вирус именно здесь очень велик, поэтому проверки по соблюдению постановления губернатора Тверской области о противоэпидемических мерах специалисты Роспотребнадзора проводят в торговых точках практически ежедневно. И нарушений выявляется много. Так, в этом магазине продавец в маске, но перчаток у него не нашлось. Не оказалось и дезинфицирующих средств при входе. Скажите, а дезинфицирующие средства у вас есть в магазине? Есть, тоже имеются. А где они у вас? Мы вот только открылись, вот. А это уже другой продуктовый магазин. Тут, похоже, все в порядке. При входе в магазин дезинфицирующее средство, медицинские маски. По всему полу нанесена разметка для сохранения дистанции покупателями. Все продавцы также в средствах индивидуальной защиты. Температурный контроль сотрудников тоже проводят, а также полную уборку и дезинфекцию помещения. Генеральная уборка 2 раза в день у нас приводится. Тележки обрабатывают после каждого покупателя. Угу. Кассы обрабатывают терминалы каждый час. Угу. Ведется график. Специалисты Роспотребнадзора направляются в следующую торговую точку – сетевой магазин одежды в самом центре города. Здесь также грубых нарушений выявлено не было. Сотрудника свой градусник, Мерим температуру, У нас есть журнальчик. Прекрасно, предоставьте, пожалуйста. По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора отмечают, что по тенденции сетевые магазины лучше соблюдают предписанные рекомендации, в отличие от мелкой розницы. Наиболее часто из выявленных нарушений – это недостаток дезинфицирующих средств и отсутствие или незаполнение журнала учета температуры сотрудников. Мы мониторируем объекты для того, чтобы посмотреть, насколько люди грамотно, да, непосредственно подходят к постановлению губернатора и выполняют его. Наши меры непосредственно это носят рекомендательный характер, и мы хотим, наоборот, помочь, да, объектам, открывшимся после, да, столь выходных, для того, чтобы они могли в нормальном темпе работать. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, магазины обязаны дезинфицировать кассовые аппараты, протирать прилавки, дверные ручки, все, к чему прикасаются покупатели. У продавцов должен быть необходимый запас масок и перчаток. Требования к торговым точкам едины, будь то небольшие магазины или сетевые гипермаркеты. В вопросах безопасности мелочей быть не может.